Здравствуйте, дорогие подписчики! Хочу поздравить вам с Новым годом, с новым счастьем. Желаю вам всем здоровья, успехов в жизни и так далее. И чтобы сбылись мечты все, что вы себе пожелаете. Сегодня мы будем собирать опять мельницу на 2 месяца. Как я уже говорила, что я собираю мельницу по 2 месяца. Но так как я погорячилась 2 месяца назад и набрала очень-очень много мыла, у меня, конечно, это мыло много осталось. Хочу поделиться то, что я использовала, что мне понравилось, что не понравилось, и буду доиспользовать то мыло, что у меня осталось. Что-то у меня зимой не очень идет расход мыла. Ну ладно, давайте посмотрим. Положила в такую коробочку свои обмылочки. Очень мне нравится вот это мыло для застирки пятен. В Россмане оно продается. Маленький кусочек, но его хватает надолго. У меня еще нет здесь обмылочка, потому что я его все время не использую. Только если будут какие-то пятна, то я застираю, брошу в машинку и так вот. Короче, остается. У многих у меня нету фантиков. Так вы видели, я брала очень много мыла с эконом-пакетов. Поэтому, когда полностью закончатся эти эконом-пакеты, у меня машинка сзади начала работать. Если слышите звук, то извиняюсь, сейчас она выключится. Вот. Подождите, я отключу и подойду. Раз в этот момент и захотелось поработать. Использовала вот такое мыло. Вот оно. Оно было старенькое, но оно все равно очень приятно пахнет цветами. Даже не помню, какой год я называла, обрезала, наверное. 12-й год, по-моему, был. Но очень хорошо мылилось, понравилось мне Oriflame. Сколько я полностью использовала? Сейчас посмотрим. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И почти использованные у меня есть вот такие дуру. Мыльница осталась. Это мыло у меня было с эконом-пакета. Это мыло Талия, что я брала для лица. Ну, я его положила в мыльницу. Извините, невзрачные, конечно, кусочки, но хотелось показать. Вот это мыло, оно парфюмированное, что я показывала в красивых коробочках, оно мне для лица не подошло. Первое мыло, что мне не подошло для лица, оно меня высыпало все прыщами. Поэтому я парфюмированное мыло больше для лица не буду использовать. Хотя там указывалось, что можно использовать для лица, но нет, не подошло. Вот такое мыло мне очень понравилось. Вот за эти 2 месяца... Вот почему у меня так мало мыла использовалось, я поняла, что вот это мыло я использовала, наверное, недели 3 или около месяца. Вот оно 100-граммовое, но оно вообще не смыливается, хотя у него вот такая прекрасная пенка, такой прекрасный запах. Очень мне понравилось это мыло. Руки пахли очень приятно. До сих пор обалденный запах. Но я его одно это мыло, я же говорю, что мылила, наверное, недели 3, поэтому осталось много кусочков. Так, еще я смылила вот такое мыло. Тоже я показывала. Пробовала я впервые. Был вот такой кусочек. Еще у меня было как много кусочков. Это 150 грамм в этом кусочке. Вот я смылила. Он такой прозрачный, глицериновый. Классное мыло. Я вам советую в таких коробочках дуру. Обалденная. Это цветы вишни были или черешни. Но у него такой прекрасный запах. Оно так классно мылится. У него такая густая пенка. Это вообще, это не мылая сказка. Но лучше его использовать, наверное, в душе, чем для рук. Обалденно пенится. Очень мне понравилось. И то, что мне не понравилось, никому не советую, не покупайте. Я не знаю,
Может, его лучше в ванной или в душе использовать. Вот оно у меня еще не полностью подсохло. Оно хорошо пахнет, хорошо пенится. Но у него вот эти вот скрабовые штучки есть внутри, вот глина или что это, я не знаю. Вот как терешь руки по камню. Вот и неприятно, как-то больно. Я больше не буду покупать стомы. Ну, конечно, это не выброшу, я буду как-нибудь использовать, может, в ванной, может, в душе. Но больше я покупать такое мыло не буду. Вот первый раз, наверное, что мне не понравилось турецкое мыло. Его вот неприятно использовать, вот, как песок какой-то вот на руках. Вот так. Это что мы использовали. Сейчас покажу, что мы будем брать на эти 2 месяца. Вот такое мыло. Я вам говорила, что мне понравилось. Вот один кусочек беру. Мицеллярное. Я его распечатала. Очень вкусный запах. Приятный, обалденный. Я думаю, что я его тоже использую с удовольствием. Пока для рук. Беру вот такой кусочек. Еще у меня есть вот такой Долан. Органовое масло, по-моему, я не помню. Это тоже с эконом-пакета. Здесь тоже 150 грамм. Приятно пахнет. Я думаю, что оно тоже будет хорошее, это мыло. Берем его. Остался у меня неиспользованным Орифлейм старенькое мыло. 19 года. Вот такой кусочек. Но в эти 2 месяца я уже использую его. У него приятный шоколадный запах. Очень мне понравился. Вот такой кусочек, который тоже у меня без обверточки с эконом пакетов. Весна. Я тоже какое-то мыло потекло. Куда-то делала обложку. Вот, она тоже старенькая. Это я вам показывала. Здесь только есть прогорклость. Люблю я очень весну. У меня тут осталось 1 или 2 кусочка от весны. И все. Вот такой Орифлейм тоже переходит у нас. Очень приятный сладенький запах. Невея зеленый чай с огурцом. Приятный освежающий запах. Классная мне Невея тоже нравится. Вот такой Гринель. Белорусский, по-моему, он был. Потому что я покупала в Гомеле, но не знаю, чье сейчас производство. Ой, я сейчас не прочитаю. Ну, кто, вы, наверное, знаете это мыло. Вот такой кусочек. Тоже хорошо мылится, 15 года. Да, использую. Он уже начал прогоркать. Ну, ничего, помоем тряпочки какие-нибудь. Вот такой Орифлейм 14 года. Я не знаю, какой он должен был быть цвета, но мне кажется, он тоже прогорк. У него уже такой кремовый прогорклый запах появился. Все старички. Бразильский орех. Ну, приятный сладенький запах орехов я не чувствую, но приятный. Что-то я выложу обратно. С эконом упаковки такой вот маленький факс есть. Хорошенький. Приятный цветочный запах. Такой же у меня остался Palmolive Spa. Тоже я, наверное, выбросила эту упаковочку. Он такой с крапинками. Но тоже использую.
Ну, уже запаха почти нет у него. У меня лежит открытым. Есть вот такой факс. Какое-то мыло у меня потекло, наверное. Ну, приятный тропический запах. Вот протекс у меня, наверное, потек или... Вот тоже я не знаю, куда я делаю эту обложку. Ну, что у меня было старое такое, вот обложки порванные, потертые. Я их, по-моему, выбрасывала все. Ну, приятный запах у него. Такой освежающий. Что еще? Много у меня Орифлейма надо использовать. Они же старенькие. Лимон. Вот такой глицериновый кусочек красивый. 14-го года. Здесь 75 грамм. Но это мыло я уже использовала раньше. Оно тоже не быстро используется. Такое экономное мыло. Есть вот такой Винекс. Маленький тоже кусочек. Я не знаю, здесь, наверное, грамм 60. Ну, это на два раза помылить. Рокси. Это был с розой. Ну, розой он почти уже не пахнет. Вот такой Discover. Орифлейм у меня все старенькие мыло. Даже читать, не читать, с какого он года. Здесь вот написано. 11-й год, по-моему. Вот такой кусочек. Ну, он уже прогорк. Он уже, не знаю, может, все размылится. Может, появится запах, но уже неприятно пахнет. Такая чистая линия у меня осталась. Глицериновая. Ну, я думаю, что в этом месяце, январь-февраль, использую. Конечно, расход летом больше. Ну, что смылили, то смылили. Ну, не смылили, тогда сейчас смылим. Ну, я хотела в первую очередь смылить мыло, которое у меня было с эконом-пакета. Поэтому у меня осталось вот такое с обверточками. Карс. Очень приятно пахнет клубничкой. Ну, вот оно не пропало. Видите, оно 14-го года. Приятно пахнет клубничкой. Вот такой Discover. Мне кажется, она тоже изменилась в цвете, не знаю. Но у него есть легкий сладкий запах. Тоже с прогорклостью. Я хочу до лета эти использовать. Побольше кусочков. Есть вот такой кусочек. Это тоже 15-й год, Avon. Я уже мылила это мыло, тоже хорошо мылится. У него приятный кремовый запах. Нравится мне он в мылении. Есть вот такое Молли. Тоже раньше я его мылила, она хорошо мылится, но нет у него запаха. Только мыльной основой пахнет и все. Вот такие старички, детские Орифлейм. Я сейчас хочу больше использовать Орифлейма. Тоже оно старенькое, стерлось уже. Ну, у него просто кремовый аромат. Считаю, что нет никакого запаха. Вот я покупала недавно это Фера в том году. Оно еще не старое, но все равно хочу попробовать. Понравится, куплю еще. Это мыло с жасмином. Такой немаленький кусочек, 125 грамм. Ну, химозным жасмином пахнет. Я бы не сказала, что очень приятный. Вот такой Долан. Молочный. Не знаю, его для рук или для лица использовать. Надо попробовать. Подойдет ли оно для лица. Ну, приятный у него запах. Папайя, по-моему, это.
Да. Приятно, сладенький запах. Как-нибудь, сейчас я, конечно, буду его брать для рук, а как-нибудь летом, наверное, попробую и для лица. Расскажу. Такой Protex. Тоже это не старое мыло. Очень обалденный у него такой травяной запах. Все травки вместе и парфюмированное, классное мыло. Запах очень приятный. Ну, Protex тоже хорошо мылится. Просто я хочу сейчас это новое мыло попробовать, пока оно есть в продаже, и купить еще. И осталось у меня такой новогодний колокольчик. Буду его использовать. Сейчас закончится. Вот в мыльнице что-нибудь положу его. Как раз да использую. Черный чай. И что еще? И какая-то ягода. Ну, по-русски здесь ничего не написано. Здесь просто намыльте руки и все написано. Ну, приятно у него запах. Я, ну, такой не маленький, хороший. Конечно, коробка больше, чем я. Тут можно было положить столько мыла. Тоже это не старый кусочек, новый. Вот такая у меня мыльница получилась, девочки. Если нравится, ставьте лайки. В этом месяце вот так. Все, что осталось, нужно доиспользовать. Сейчас, если положу его обратно, это мыло, оно все распечатанное. И так есть очень много старого мыла, оно все пропадет. Я хочу доиспользовать и потом брать новое мыло. Вот такая у меня получилась мыльница. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Счастья вам всем. Спасибо. До свидания.